Во время Великой Отечественной войны вышли на врага алтайский комсомолец, воронежский колхозник, кузнецкий металлург, омский тракторист и пионер Башкирии. Немцы в рассыпную разбежались, когда узнали, что это название подразделений, состоящих из танков Т-34. Не захотелось им с нашей бронетехникой связываться. Об этих легендарных танках и расскажет сегодня наш бывалый солдат. Здравия желаю, ребятушки! Рад новой встрече с вами. Вот решил вам сегодня про эту замечательную боевую машину рассказать. Ведь недаром танк Т-34 легендарным называют. Он почти на всех фронтах Великой Отечественной побывал. Немцы его имя со страхом произносили. Но наши военные инженеры, конечно, его не в раз создали-то. Перед самой войной, еще в 30-х годах прошлого столетия, самой универсальной танковой моделью считалась машина английского конструктора Уолтера Кристи. Его танк был колесно-гусеничным, то есть мог ездить по шоссе на колесах, а по бездорожью на гусеницах. Конструкторы многих стран просто копировали танки Кристи с небольшими доработками. Самой важной характеристикой боевой машины конструкторы тогда считали скорость. Многим представлялось, что войны должны быть молниеносными. А значит, и танки должны врываться в пробитую во вражеской обороне брешь и совершать глубокий рейд по тылам противника, уничтожая всю его инфраструктуру, включая железнодорожные ветки, военные склады и аэродромы. И вот наши изобретатели стали думать. Скорость на войне, понятно, дело хорошее. Да ведь одними танками войну ты не выиграешь. Нужна и пехота, и артиллерия. А они большую скорость развивать-то не могут. Ну, вот скажем, при наступлении. Конечно, нет. А с другой стороны, одна из главных задач танка – это, конечно же, поддержка пехоты и уничтожение укреплений врага. Собственно говоря, а зачем тогда и высокая уж такая скорость, а? Может, лучше на танк поставить орудие помощнее, да защиту сделать посерьезнее? На то мы порешили. Вот так и появилась идея среднего танка Т-34. К началу войны над новым танком в нашей стране работали сразу несколько конструкторских бюро. Группа под руководством Михаила Кошкина на Харьковском паровозостроительном заводе первый создала сразу две машины. Колесно-гусеничную А-20 и чисто гусеничную А-32. Обе они проходили различные испытания. Преодолевали противотанковые препятствия, специально подвергались обстрелу из различных орудий. Все испытания с честью выдержала гусеничная модель А-32, которую впоследствии назвали Т-34. В марте 1940 года в обстановке строжайшей секретности из Харькова в Москву приехали два танка. Конструкторы должны были показать новые машины руководству страны. Дорога была очень тяжелая. По пути стали видны некоторые недоработки. Шутка ли сказать, танки почти без остановки прошли более 1000 километров. Конструкторы очень волновались. И вот, наконец, по брусчатке Ивановской площади в Кремле на полном ходу проехали две боевые машины, высекая искры из-под гусениц. После всех испытаний правительство дало добро на производство танка Т-34 для армии нашей страны. Вот некоторые тактико-технические характеристики танка Т-34 образца 1940 года. Мощность двигателя – 500 лошадиных сил. Скорость по шоссе – 54 км в час. Скорость по пересеченной местности – 25 км в час. Экипаж – 4 человека. Максимальная высота преодолеваемого препятствия – 75 сантиметров. Максимальная ширина преодолеваемого рва – 3 метра 40 сантиметров. Максимальная глубина преодолеваемого брода в воде – 1 метр 30 сантиметров. Т-34 удачно совместил в себе достоинства и среднего, и тяжелого танков.
Благодаря широким гусеницам машина имела отличную проходимость. И скорость развивала тоже приличную для этого класса танков. Толщина брони первых образцов достигала 45 миллиметров. Постепенно ее довели на башнях до 90 миллиметров. Это хоть и прибавляло танку вес, но никак не влияло на его боевые качества. Фашисты не были рады встрече с нашими танкистами. В 1942 году наши военные конструкторы, вот ведь умницы, придумали, как улучшить броню танка без значительного увеличения веса. Танк нес мощную 85-миллиметровую пушку и два пулемета. Вооружение было серьезным. Для лучшего управления в бою пришлось увеличить экипаж до 5 человек. Запас горючего позволял машине пройти 420 километров по шоссе и 320 по проселочной дороге. До начала войны в Харькове и Сталинграде успели построить более 1000 танков, а после ее начала в 50 раз больше. Причем все военные годы в танк вносили дополнительные изменения. Конструкторы подсчитали, что в 34-ку были внесены около 3000 дополнений. Вот еще какую одну интересную деталь придумали наши конструкторы. В ходе испытаний было проверено, что орудием легче пробивать броню, когда она находится под прямым углом к летящему снаряду. То есть вот так. А у танка Т-34, ребятки, посмотрите, броня сделана под углом. От нее отскакивали снаряды рикошетом. Ну и, конечно, убойная сила значительно снижалась. Немцы поначалу даже думали, что наши танки не иначе как заговорили от врага. Что и говорить, наш танк Т-34 был лучшим танком Второй мировой войны. Конструкторы продумали все до мелочей. В танке не было никаких сложных устройств и механизмов, поэтому при поломке его мог починить любой танкист. И при этом танк Т-34 считался самым надежным танком. Ветераны рассказывали, что во время страшных боев на Курской дуге наши вышедшие из строя танки механики ремонтировали прямо на поле боя. И они вновь отправлялись бить врага, будто восставшие из пепла. Простота конструкции позволяла выпускать танки Т-34 на множестве заводов страны. Немецкая разведка пристально следила за тем, сколько и какого оружия выпускается в Советском Союзе. Когда Гитлер в 1942 году потребовал предъявить ему данные о советских танках, разведка побоялась докладывать точные сведения и сообщила число в половину меньше от месячного производства 34-ок. Гитлера даже уменьшенные цифры разозлили. Он назвал разведчиков провокаторами и врагами Рейха. В то время в нашей стране в среднем выпускалось более 1000 таких танков в месяц. В годы войны победу приближал каждый житель нашей страны. Солдаты, понятное дело, воевали на фронтах, а в тылу каждый день и ночь шла своя битва. Работали заводы и фабрики. Для армии изготавливали снаряды, обмундирование, оружие. Во всех уголках нашей страны появилась традиция собирать деньги на именные танковые колонны. По названию танковых подразделений можно было изучать географию страны. В бой уходили азербайджанский колхозник, амурский железнодорожник, горьковский пионер, камчатский рыбак, донской казак и многие другие. В декабре 1942 года глава Русской Православной Церкви, митрополит Сергий, обратился к архипастырям, пастырям и приходским общинам с призывом о сборе средств на изготовление танковой колонны. Этот призыв был поддержан всеми верующими.
танковую колонну назвали в честь великого князя святого Дмитрия Донского, освободившего Русь от нашествия монголо-татаров. Танки Дмитрий Донской, я вам сейчас как заправский экскурсовод покажу, участвовали в Уманско-Баташанской операции, форсировали Днестр, потом освобождали Вену, Прагу и дошли до Берлина. Рассказывая о Т-34, нельзя, конечно, не вспомнить о многочисленных подвигах героев-танкистов. Так, за первые полгода войны особенно отличился командир танкового экипажа лейтенант Дмитрий Федорович Лавриненко. Представляете, ребятушки, в 28 боях он подбил 52 вражеских танка. При этом никто из его экипажа не получил даже царапины. Немало наших танкистов во время войны стали настоящей грозой фашистской Германии. После войны многие армии мира стали ориентироваться на наши танковые образцы. А сам Т-34 на многие годы стал символом победы и мощи советской военной техники. Многое, ребятушки, можно рассказать об этом непобедимом оружии. Но теперь в следующий раз. А сейчас прощаюсь с вами. И храни вас, братцы, Господь, от всех невзгод и напастей.